меня почешете между лопатками. О, боже вы мой спаситель просто. О, как хорошо, какие у вас руки сильные. Чуть-чуть выше, да, да. Ой, да, вот здесь. Ой, как хорошо. Ой, как замечательно. Ой, спасибо. Чуть-чуть посерединке, если можно. Да. Ой, чуть ниже. Боже мой, если бы не вы, спасибо большое. Да представляете, такое случилось. Вот эта рука сегодня так попала, и прям не знаю, что делать. А муж в командировку уехал. Как я теперь буду раздеваться, переодеваться, понятия не имею. Надо бы помочь. Ой, а можно еще? Извините. Я буду раздеваться, переодеваться. Помочь можно? Да. Ай, как хорошо. Ой. Ой, а можно чуть-чуть правее? Вот. Да. Ой. С противоположной. Ну, а как вас зовут? Сергей. Меня зовут Лена. Лена. Мне очень нравится это имя. Нравится имя, да? Спасибо большое. Можно еще раз? Можно. У вас такая нежная рука, просто даже я не ожидала, что так получится. Ай, а теперь чуть-чуть ниже. Если можно, вот просто под жилетку. Снизу, да. Ой, как хорошо. Да. Ой, замечательно просто. Спасибо большое. Мочалочку и ванну. Мочалочку и ванну? Если надо будет, то попасть на телефончик. Телефончик, ну хорошо, давайте. А как? Запомните? Ну, а ручка, может быть, у вас есть или Машка? Давайте, Знаете что? Да, вот так я, наверное, в сумку. Вот если можно, в сумку туда мне суньте. Спасибо большое. Ну, в общем... Рад помочь, да? А вы вообще любите вот смеяться? Ну, смеяться любите, я так понимаю. Люблю, но плохо получается. Не всегда удается войти. Ну, а скрытую камеру вы любите? Вы попали в скрытую камеру, вон там, в машине, да. Получилось? Получилось. Смеяться.